выдумал, звездная страна. Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Я бы хотела бы педагогам пожелать много-много любви к детям, певцам и именно той любви, которую получила я. Много здоровья, терпения, интересного репертуара, потому что репертуар интересный найти — это совсем непросто. И, конечно же, хочется пожелать звонких голосов, чистых голосов и светлых сердец именно у певцов. И чтобы певцы приносили много-много-много радости каждому педагогу. И в том числе и церковное пение, они иногда участвуют в богослужении. И вот это вот народное и церковное пение действительно некую создают вот такую визитную карточку этого важного коллектива. И то, что они гастролируют много за границами Эстонии, это тоже показатель их вот такого важного. Знаете, здесь огромное воспитательное значение. И вот когда они раз в полгода выступают со своими отчетными концертами, когда смотришь на этих вот дошколят, которые еще только делают первые шаги, и потом различные возрастные группы, и затем выходят те, кто когда-то вышли, как вышли, знаете, вылетели из гнезда, уже, можно сказать, не знаю, ветераны их назвать, или это уже дети у них уже у некоторых вот так. Это, знаете, это потрясающе. Это вот огромное воспитательное значение. Значение воспитания детей на народной музыке, на церковной музыке. Это очень важно. И, конечно же, хотелось бы пожелать, чтобы вот такие эти недумимые руководители вот этого коллектива действительно еще многие-многие годы вот так неутомимо трудились вот на этом важном пути. Thank you.
оценка, так сказать, их удачи в этом, она уже видна в том, сколько приходит туда детей. То есть дети тянутся туда, дети туда приходят, дети там остаются, дети там вырастают, дети выходят оттуда. И мы уже знаем примеры, когда, ну, мало того, что они действительно на международной арене многие выступают уже, которые закончили после этого музыкальную академию. Мы знаем сегодня тех, которые поехали в Россию учиться в музыкальное училище. Вот так что, ну, молодцы, успехов им. Что хор, Наталья Владимировна, как-то, каким-то образом позволили нам, помогли в какой-то момент почувствовать, что это, может быть, самое ценное. Что вот какова бы ни была сторона вот эта внешняя нашей жизни, в ней всегда остается место красоте и гармонии. И я надеюсь, что хор будет жить еще очень-очень много лет. И вот это состояние духовного окормления, которое действительно там происходит, немножко по-христиански, может быть, выражусь, на пасхальной неделе, оно действительно заражает нас этим энтузиазмом, заставляет смотреть на жизнь немножечко лучше, и это совершенно необходимо, особенно тем людям, которые, особенно детям, которые становятся взрослыми постепенно. Это же как в школе, да? Одни уходят, другие приходят. И в этом трагическая сторона, печальная, но с другой стороны, в этом и залог нашей молодости. Юности, с которой всегда связаны самые лучшие воспоминания. Я надеюсь, что эти вещи, эти ценности, они будут храниться внутри хора. И об этом узнает еще очень-очень много ребят. В гармоническом смысле. Хор «Радуга» — это наше чудо, в общем-то. Я помню, сколько раз, вот я просто хочу сказать, такие маленькие, это наша очень такая визитная карточка, культурная визитная карточка не только церкви, но и, в общем-то, всего культурного вот нашего эстонско-русского, русско-эстонии. Хороший показатель то, что с концерта этого замечательного коллектива просто так не уйдешь и вот просто так никогда его не забудешь. Вот это у меня вот такое впечатление. Когда мы пели классику Чайковского, Дебюсси, и, конечно же, очень много духовной музыки. И я хочу сказать, что, скорее всего, для меня хор «Радуга» —
это даже православный хор, который я полюбила, и в дальнейшем я перекрестилась в православие, когда начала углубляться и понимать, что такое православие, и петь песнопения. Каждое Рождество мы проводили в Пюхтинском монастыре, Пасху, и каждые каникулы в Пюхтинском монастыре. И пели на клиросе. Матушка Иннокентия нас ставила иногда тоже на клирос. Это, конечно, невероятное впечатление и невероятная школа жизненная. Кто тебя выдумал, звезд?